В городе Анапа прошел Кубок мира по кикбоксингу. В турнире участием отметились более 800 спортсменов из 23 стран мира. В престижном турнире в составе национальной сборной приняли участие и представители Кустанайской области. Честь нашего региона отстаивали 11 файтеров. Результатом их выступления стали 6 медалей. Результат, я считаю, что был неплохой. С таким составом поехали и приехали почти все с медалями. Только проиграли два малыша, это они первый раз ездили, как бы вот, ну, сказывается, что, ну, мировой уровень такой, ну, и опыт, немножко перегорели. А так, в общем, я своей командой доволен. Айдархан Нугманов кикбоксингом увлекается уже 6 лет. За это время он становился неоднократным победителем чемпионата страны. Но свое мастерство спортсмен демонстрировал лишь в пределах Казахстана. В Анапе наш файтер продолжил стремительный взлет своей спортивной карьеры. В свои 19 лет он стал обладателем золотой медали Кубка мира. Первый бой с местным, с россиянином. Ну, бой был хороший. Выиграл из-за, скажу, больше джебов, много больше джебов попадал. Второй бой провел я с индусом. Ну, с ним полегче, конечно, бой был, чем с россиянином. И финальный бой я боксировал с узбеком. Бой был хороший и выиграл его с большинством голосов судей. 2-1. Помимо Айдархана, на высшую ступень пьедестала в Анапе поднимались Талгат Букбасаров и Дарья Гринь. Серебряными призерами значились Даткабек Киркин-Улу и Айбек Мукашев. Натик Машадиев довольствовался бронзой. Конечно, все бои были заслужены, вот я имею в виду, что по медалям. Таких простых боев не было. Все, как всегда, готовятся, едут лучшие, ну и становятся лучшими чемпионами. Поэтому, как бы, простых боев не было ни у кого из них.